Хотя для отдельных водителей стоило бы не только мост, но и вообще все дороги сделать платными. Отмороженного гонщика на белом Субару накануне вечером ловили красноярские полицейские. Им пришлось устроить облаву, в которой участвовали сразу 5 экипажей ДПС. Лихач на затонированной машине без номеров гнал на красный и снимал все это на видео. На этих кадрах стрелка спидометра переваливает за отметку 180 км в час. Догнали гонщика на улице Крайне. Во время осмотра возле машины нашли свертки с мефедроном. Полицейские предполагают, что водитель был закладчиком. Сам он также отказался от медосвидетельствования. Знакомые арестованного гонщика, которые приехали на место, вели в сеть трансляцию происходящего. У него с собой был вес фасованный, куча закладок. И он его скинул под тачку. Он сейчас собрали кучу свертков. Он только освободился за эту... 3 месяца назад или сколько. Автор вот этих кадров тоже небезызвестный красноярский лихач. Пару лет назад он устраивал заезды по городу и убегал от полиции на черной «Шкоде». Оказалось, оба гонщика из одной маловменяемой компании. Сам водитель «Субару» недавно вышел из тюрьмы, где сидел за наркотики. За 3 месяца на свободе он успел насобирать штрафов на 21 000 рублей.